Все больше граждан переезжают в нашу область из трудоизбыточных регионов Казахстана. Наша съемочная группа посетила село Явленка Исильского района и познакомилась с семьей переселенцев. Они обустроились в нашем регионе и рассказали о своих впечатлениях. Нурсауле Салимбетова – врач-педиатр Явленской районной больницы. Трудится здесь с сентября прошлого года. Она вместе с семьей переехала в регион из Алматинской области по государственной программе. Женщина отмечает, что боялись менять место жительства, но им оказали всестороннюю помощь, не жалеет о выборе. Сильно волновались. Новое место, новые люди и другой климат. Думали, что будет сложно адаптироваться. Однако, благодаря поддержке местных жителей и руководства больницы, мы смогли искренне полюбить эти края. После переезда семье предоставили дом, подъемный в размере 2,5 миллионов тенге, а Нурсауле вместе с мужем сегодня трудятся по программе с дипломом в село. Чита воспитывает троих детей. Они учатся в местной школе и устроены в садик. Труднее всего находиться вдали от родных мест. Наши родственники остались на юге. Хочется, чтобы и они смогли побороть страх и переехать к нам. Главное – это трудиться, не бояться работать, и тогда все будет хорошо. Стоит отметить, что вместе с Нурсауле в больнице работают 3 человека, которые также переехали по госпрограмме. Тамерлан Тлеубаев, Анатолий Белонок, служба новостей.